Так, снова всем привет. 19-я ферма. Ничейная земля. Это надо закрыть. Потому что там слишком ярко все, поэтому меня не будет видно. А у меня никакого освещения пока нет, чтобы моя рожа была. Я могу, конечно, включить вот это, но толку-то. Ну, не буду трогать это. Ничейная земля. Просят, просят постоянно. Говорит, давай-ка начинай, что ты мозги паришь. Можешь и эту, можешь и ту проходить. Ладно, попробуем. Легкий уровень сложности, поэтому вот так вот. Тем более на легком уровне сложности у нас тупо один участок. Так, сразу 50. Серия будет по 30 минут. Тут особо спешить некуда. Сразу сходу. Ну, трактор мне не нужен. Комбайн, тем более. Пикап. 900. Копейки тоже не... Все продаем, короче. Кроме статичных объектов. Начнем на нашей традиционной технике. А там уже посмотрим. Так, это все пока оставим. Итого у нас 300 тысяч. Я вот думаю начинать тут... Ну, в принципе, это иностранная карта. Я думаю, логично, что... Кстати, а тут французская что-нибудь есть? Доллары, фунты, бразильский, китайский, чешский... Польский, южнокорейский, румынский. Блин, нету. Ну тогда на евро будем. Так, у нас есть участок. У нас есть маленькое поле, которое нам нафиг не нужно. Можно сразу... Подождите, я какой хотел поле-то брать, чтобы... По-моему, вот это, чтобы распахать его сразу. По 85 тысяч. Плюс я могу еще взять кредит. Давайте возьмем вот эти вот два участка. Все, 200 тысяч у нас есть в запасе. Что нам в первую очередь нужно? Поскольку тут мы можем строить, что захотим, нам нужен трактор. Вот я вот думаю, брать сразу топ, ну, в смысле, большой трактор, или же... Ну, даже не знаю. Брать кировцы как-то странно. Вообще, хотелось бы здесь поработать на иностранной технике, но... Пока что такое... Можно средний какой-нибудь трактор взять, иностранный. Или можно начать все-таки с нашей техники. Ну, можно вот этот взять. Ну, блин, столько будет вообще ни о чем. А, это я маленький смотрю. Вот я... Мазафака, да? Блин, тут, в принципе, можно и гусеничку... Блин, ну 200 тысяч, это жирновато как-то. Ну, гусеничный трактор бы здесь пошел вот так вот просто. Вот просто вот так вот. Давайте, короче, берем максимальный кредит. Так, пробел. Ну, или это на 500 тысяч нагоним кредит. Мне просто хочется на этой карте использовать все-таки иностранную технику. Хоть где-то ее попробовать. Давайте до 500 тысяч догоняем и все. Там уже по мере необходимости. А, все уж, максималка. Я сразу беру тогда. Блин, на этой карте мне он не понравился. Вот я хочу, если честно, поработать. Вот это тоже иностранная техника, вот. 15-23 тоже хорош, но... А подожди, скорость 26, скорость 35. Давайте возьмем этот. Мне он очень понравился на Мазуре. Мазуре, точнее, карта. Вот я вот думаю... В принципе, карта плоская, ландшафт не такой играющий, поэтому можно взять и дух. Заднеприводную. Нет, это мне надо вот так. Широкий баллончик поставить. Бэушный. Не, буду с нуля все брать. GPS. Так, топовый движок. Крепление сразу. Все. В принципе, все нормально. Крепление. Не, фронтальник я не буду ставить. Отдельно будет. Так, нам нужен по-любому плуг. Блин, а может все-таки взять крутой трактор, чтобы чисто пахать было побыстрее. Тем более мы с сезоном, надо сначала спахать все это, потом тырым-пырым. А если взять Big Bad, бэушный, за 200 тысяч? Но мне надо сразу подумать о том, чтобы производство поставить. И, в принципе, Big Bad покупать нет особой нужды. А что-то брать из стандартной техники, пока не знаю. Ну, у нас сколько? 200 кобыл, да? Плуг на 200 кобыл смотрим.
А можно чизель, кстати, взять. Вполне себе удобно будет. 4 метра, 140 был. Не, я все-таки возьму нормальный пук. Вот такой. Или можно вот такой. 2 метра, 3, 2 метра. Ладно, берем наш пук. Цвет менять будем. Поставим колесо. Нет, черный. О, красота. Больно шиковать уж не будем. А, ну-ка. О, хрен с ним, пропал, не пропал. В этот раз я смотрю, дождик начался. На обзоре дождя не было. Я вот думаю, может быть, здесь вообще скорость не ставить на пятерку, ой, на однерку, и не менять количество дней в сезоне. Кстати, можно начать еще и курс писать. Блин, надо было оттуда начать писать. Давайте немножко назад отъедем. Противовес. Да, давайте сразу противовес купим. Джон Дировский, кстати. Так, на тонну, на 1600, ой, на 1800, нормально, берем. Вы уж еще учтите, что у нас нету ни сарая, ой, нету ни коровника, ни свинарника. Эти 600 тысяч, они сейчас и нету. Леса на этой карте. Кстати, тут что-то говорил, типа, если что-то там срубить, что-то убрать, лес весь пропадет. Ай, куда стоять? Поехали. Ай, блин. Поехали. Ну, как раз 35 километров. Нормально будет. Все, едем. Можно... Ай, нет, так неудобно. И вот это вот два столбика к ним подойти, и все пропадет. Кто-то что-то писал такое. Так. А, время у нас 54 минуты. Но сегодня опять такая же водная серия. Мы, так сказать, осваиваемся, смотрим, что нам дают. Много народу писал, типа, да бай начинай, ну ты чё, блин, классная карта. Но мне она тоже понравилась, такая необычная. Чё там подождем, долго он будет лить? По идее, до 12, но может и раньше закончится. Так, что там по микрофону? Нормально все. Чуть-чуть подальше уберу, чтобы перегрузок не было. Так, подожди. А, нет, сначала надо до базы доехать. Написать курс, доехать до базы. Блин, ну все камни разом я не хочу убирать. У меня, в принципе, есть мод, который позволяет по отдельности убирать, поэтому так и буду делать. То же самое с деревьями. Мне проще спилить и все. Сейчас надо подумать, какое первое самое нужное производство поставить. Еще нужно подумать, какой коровник поставить. Свинарник, блин, нет, свинарник мне пока не нужен, потому что у меня некуда их потом делать. Блин, я всегда мечтал на этом тракторе поработать. У него даже физика передних колес есть, самой резины. Ну и плюс сам автор, его, так сказать, техника, она очень хорошо оптимизирована. Прям шикарно. Ну и плюс выглядит очень классно. У Блэкшипа тоже такой же есть, 49-55, но он как-то нереалистично выглядит. Мне не понравилось. Хоть там больше тюнинга. Так, а где мне останавливаться? Где мне... Давайте вот сюда заедем. А вот там, вот за этой. Вот тут. Вот так вот. Все, стоямба. Ух, грунта как гремит. Так. Блин, по-хорошему надо будет потом еще написать курс куда-нибудь. Но это я пока не знаю. Я даже не знаю, будем ли мы сегодня пахать. Кстати, а наемник что, будет пахать и так, что ли, без поль? Интересно. Ладно, давайте пока просто сегодня приобретем нужную технику, поставим нужные здания и пока вот так вот. Мне эта карта нравится тем, что здесь можно построить что-то свое. Я ведь любитель это делать. Мне даже не придется ничего ломать на карте, как я обычно это делаю. А, загоны. Блин, вот эти вот загоны я не буду ставить. 300 тысяч тем более. Так. Ой, не то. Где? А, вот. Забыл, где это находится. Кстати, о, ох ты, не на себе. Тут, оказывается, еще и свои есть загоны. Вот это шикарно. Лошади нет. Я бы хотел поставить что-нибудь свое. 155. Блин, вот этот классный, мне он нравится.
Это открытый какой-то. Может, вот этот поставить сразу? Ну-ка. Что по размерам? Вот тут прям бы я с удовольствием поставил на этом поле. Я бы его даже закрасил сейчас. Вот, давайте, да. Мне от этой картошки все равно ни холодно, ни жарко. Тем более коровник должен быть поближе к дому. Чтоб ночью хотя бы слушать коров, а не, не знаю. Там уже напугали, типа ночью тут что-то страшное будет происходить. Но надо сейчас позаботиться о том, чтобы прикрыть свою же в финансовом плане, потому что кредит максимальный, нужно по-любому что-то поставить из производства прямо сейчас. Но что я тут мог поставить-то? По сути, даже ничего. Тут такого нету ничего. Есть ли только производство хмеля? Картонное производство. Но если поставить картонное производство, то можно, в принципе. Его же, по идее, не обязательно ставить на купленный участок. Давайте производство хмеля сразу поставим. Блин. Ни хрена гремит-то как. Страшно. Где бы его поставить только? Поближе к базе, конечно. Чё-то не хочет ставить. Вот так вот, например. В принципе, никому мешать не будет. Хоба! Громко сказал, конечно. Блин, немного он поднял тут. Это мне не обязательно вот так вот перекрашивать, поэтому я поставлю. А, нет. Вот. А чё? О, ни хрена тут сколько травы. Да вы охренели? О, это что за трава такая? У. Вот почему на других картах нет такой травы? Блин, нифига она детализированная. Что-то прям вообще охренеть. Мне нравится эта карта. Так, вот так вот. Ай, блин, из-за триггера не могу. Еще надо выровнять немного. Ох, я тут понастрою. Но я не буду все прям на базе строить. Буду стараться где-нибудь подальше. Например, картонное производство может быть вообще в жопе мира где-нибудь поставить. Вот тут, например. Нет, картонное производство будет стоять где-нибудь вот тут, вот, например. Ближе к лесу, чтобы далеко не таскаться. Молодец, молодец. Так, потихонечку. Потихонечку, не спешим, все нормально. Вот так. Тут собака не тянет. Так, вот тут надо выровнять еще. Так, травушку-муравушку мне, пожалуйста. Да ни хрена тут сколько кистей, или как они там называются. Я прям в шоке. Блин, можно прибавить звук? А, не нравится, слишком громко будет на записи. Так, коровник. Коровник. Вот я даже не знаю, есть ли смысл его ставить, нет. Можно поставить, конечно, модовый. Ну, в смысле, с карты, которая идет. Тем более, не вон сколько стоит. Но мне как-то неохота. Я хочу вот этот. Мне он прям понравился. А нигде сейчас не могу его поставить. Я бы на рассвете поставил, но это бред опять. Так, я надеюсь, ты мне дорогу не испортишь. Так, а я его правильно вообще ставлю? Вот тут вот. Вот это вот что такое? Блин, он прям хорошо так впишется в местный антураж, так сказать. Ой, я надеюсь, ты вокруг себя не будешь ничего много строить. Ну-ка. Ой, спасибо. Спасибо большое. Вот это вот правильный мод. Чуть-чуть буквально вокруг себя немножко взял, перекрасил, а по высоте. По высоте что-то непонятно. По-моему, чуть-чуть поднял. Или нет? Шикарный мод. Мне уже он нравится. Плюс, ой, коровник в таком стареньком стиле выполнил. О, красота. Кстати, я что-то не помню. Здесь перекупщик. Ага, есть. О, все так разрушено. Вот такой коровник бы пошел бы на Красной Звезде. А, это жидкое. Это поджидкое у нас. Так, здесь у нас вода. Чем-то на Бруздовский коровник похож, но не знаю. А вот это вот что за место? Фигасик гремит как. Ну-ка, это у нас покупка? Нет. А где у нас покупка животных? Так, это открывается. Надо с триггером. Ой, с F1 побегать. Может, тут где-нибудь? А, вот, по-моему, что-то, да? Ну, это, наверное, кормежка. А, вот, наверное, да?
Да, вот оно. Ну-ка, сколько за доставку? Не, я лучше куплю прицеп. А, прицеп гужевой я буду арендовывать. Нафиг я манал. Подожди. А, вот они, получается, здесь проходят, а тут они что делают? Какой-то интересный коровник, кстати. Двойной какой-то. Молоко. Ага, значит, тут надо сейчас сделать подъезд. В любом случае надо сделать подъезд. Подъезд мы сделаем. Капец, сколько травы-то. Да вы издеваетесь. Так, ровненько надо сделать подъезд. Ну, конечно, ровно я, наверное, не смогу сделать. Давай, 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 давай. Ух, прямо летом повеяло. Что-то гремит, так это на этой карте так или это реально? Такие звуки в самой ферме прописаны у грома. Ай, блин, ну что за... Подожди, это земля или песок? Что-то я не пойму. Ну-ка. Ладно, точку оставим. Ну, в принципе, нормально. А здесь, по-моему, такой же. Нет, здесь что-то погрязнее. Ладно, оставим так. Так, точку. Где-нибудь вот здесь поставим. Нет, вот здесь, чтоб не мешало. Так, стенку она не сильно уперлась. Нет. Вот так вот. Все, подтвердить. А освещение у этого коровника есть? Оно автоматическое или что? Или что? Наверное, автоматическое. Я что-то тут нигде выключателя не вижу. Ну, в принципе, так тоже хорошо. Так, места тут на заезд, в принципе, достаточно. Блин, вот это место, кстати, интересно так смотрится. Так, это поджидки у нас, тем более тут говяная система есть. Ладно, давайте грузовик. Блин, я вот думаю, какой грузовик брать. У нас 400 тысяч. Грузовик надо брать основательно. То есть один раз взял и все. Больше ни нахер не трогать. Карта ровная. Дорога как бы проселочная. Как бы можно взять. Но я думаю, и века тут не особо пойдет. Крас слишком мощный. Нужды в нем нету. Магирус. В принципе, Магирус. Блин, я не знаю. Он, возможно, будет в поворотах хреново себя вести. Урал. Давайте Магируса возьмем. В принципе, метод. Тем более у него есть кузов. Если что, раз поменял и другие задачи выполняешь. Так. Нет, по-моему, потемнее. Да. Да. Возьмем. Блин, а вот бэушный. Брать не брать бэушный. Если я возьму бэушный, я не смогу его сбрасывать. Так, шнокель сразу. Давайте, ну, ой, новый возьмем. Так, 349. Ну, потихонечку бабусики уходят. А кредит уже все. Кстати, а задание тут что у нас? А, тут нету задания. Блин, вот это тоже хреново. Так, гужевой прицеп. Это мы будем обязательно арендовывать. Ничего менять не буду, просто арендую. Так, перекупщик животных. Где-то он там сзади, да? Наверное, задом можно доехать. Насчет вот всех этих декоративных объектов, там дома, все такое, я пока не знаю. Если они не будут сильно FPS садить, то я их буду ставить, но где-нибудь в другом месте. Может быть, даже построим свой город какой-нибудь. Пока не знаю. Сейчас самое главное это прикрыть свою жопу каким-нибудь заработком. Так, полный прицеп, пожалуйста, коровушек. Ой, молочных. Эх, 58 тысяч. Все, больше я коров брать не буду. На рассвете у меня сколько было? Не, ну можно, в принципе, взять, тем более сезон идет 9 дней. Сейчас, если пойдет потихонечку прибыль. Да, и я тут буду проходить на средней сложности. Тем более тут строить всего много надо будет. Так, где у нас хмель? Тем более одна точка продаж. А, у меня же есть еще точки продаж. Но это потом. Может, за кадром установлю. Так, что у нас по... Пока вроде бы нормально. Пока не знаю, буду ли я тут много ездить.
на автодрайве. И есть ли тут готовые курсы? Хотя, мне кажется, вряд ли. Это же карта из разряда «Построй сам». Что у нас там по времени? Блин, еще круто то, что она не лагает. Хоть 60 кадров пиши. Но она и весит-то всего 170, по-моему, мегабайт. Но у нас есть два поля, это самое главное. Сейчас по-хорошему можно вот отсюда и до сюда пахать. Взять бы, конечно... Ну не, это, мне кажется, читерство. Просто есть скрипт, который позволяет культиватором пахать. Любым причем. Но мне кажется, вот ты, конкретно ты, это не одобришь и скажешь, ну ты чё, где реализм, где романтика? Где вспашка на МТЗ-82 с пугом ПВНЛ, или как он там, на 3 метра? Так, заезжаем задком. Чуть-чуть убавлю звук, потому что я не люблю, когда постоянно дождик. Конкретно вот такой. Я люблю, когда дождик там по крыше стучит, а не когда вот так, там землю. Вот, въезд мне нравится. Ширина оптимальная. Блин, хреново то, что нету поворотных осей. А, подожди, вот только не говори, что мне придется полностью туда его загнать. Это же все, это проблема. Нет, нет, только не говорит. Только не говорит. И серьезно. И что делать? Есть одна идея. Она, конечно, немножко странная и может даже не прокатить. Прокатило. Только в следующий раз придется. А, ну в следующего раза не будет. Блин, вот он минус, кстати, один этого коровника. Все. Копнули немножко. Ладно, все, это мы возвращаем. Как пойдет первый доход С производства хмеля, мы еще купим коров. Так, это надо заровнять. А, тем более у меня терраформинг бесплатный, так что... О, вяли, все. Ничего нету. Так, мне вот интересно, что тут по траве. Она тоже тут уже созревшая? Нет, тут еще... Кстати, тут 4 стадии роста почему-то. Ох, все в траве. Это прямо рай для разведения коров. Можно будет потом накопить и поставить еще один коров. Какой-нибудь крутой. С автоматической поилкой, например. Так, водичка, как вы ее поставили? А где у вас поилка-то вообще? Как-то странно, если честно, находится это место. Так, ну это надо... Блин. Вот так вот привычно будет. Ну, эта дверь, наверное, открывается, поэтому лучше здесь поставить. А куда вода-то? Реально как-то странно. Ну давай в бочку просто направим. Блин. В бочку с маслом, походу. Вот так вот. О, пусть бочку наливает. Надеюсь, правильно поставил. Все, работает. Блин, немножко анимации. Так, кстати, вот тут у нас тоже заезд. Надо его тоже, кстати, сделать нормальным. Да не ори. Кстати, я ведь могу... А, нет, лучше сделаю так. Так вот, хоп. Все, заезд есть. Так, коровки. Вода есть, соломы пока мне неоткуда брать. Это надо на магазине покупать. В первую очередь надо солому взять. Блин, а как мне ее везти? Это надо Урал покупать, а денег и так мало. Кстати, а у меня же, по-моему, стартовый набор всего этого есть.
Но что я сейчас могу из этого сделать? Формально ничего. Я могу это только продать. Производство. Ну, ставить из-за копеечного количества продукции тоже нет смысла. Производство топлива с этим, ну, тоже хорошая идея, но пока денег не особо много. Вот производство меда. Мне надо по-любому картонную фабрику ставить. Потом по-любому. Просто вот взять и поставить, когда деньги начнут приходить. Так, животное, выдуватель соломы надо взять. И тюки обязательно круглые в этот раз купить, а не как всегда. Так, тюки. Ну тут уже выбора нету. Так, круглые тюки. Соломы. Подожди, 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 подожди. Так, заглуши-ка. Заглуши-ка, мана. Суперскорость. Хоп. У меня есть тюки. Ой, у меня их сколько. Мне нужен трактор чисто для коровника. Маленький, неприхотливый. О, идеальный кандидат. Просто лучше не придумать. Колеса надо ему нормальные сразу поставить. 500 евро. Цвет дизайна. Это что у нас? А, это цвет этого. Давай, синий цвет обода. Чё? А что не меняется? А, это цвет вот этих вот набалдажников или как они там. Это... Ну, у меня выдуватель саму, да, надо. Погрузчик тоже нет. Блин, я хочу, знаете, какой погрузчик на эту карту? Он бы здесь хорошо подошел. Вот этот. Литроник. Литроник, блин. Литроник, алкоголик. Так. Минус 10 тысяч евро. Пока нормально все. Прямо сейчас я не могу поставить эту картонную фабрику. Мне нужно потихонечку зарабатывать уже деньги. Так, а в принципе это езжай. Можно, в принципе, Джоника попробовать отправить пока что. Посмотреть, будет ли он... Ну, как он будет сам пахать? Ему же нужны границы, получается. А если по краям распахать и сделать это типа границы? Нет, мне кажется, в этой серии пока не будем рыпаться в плане посева. Тем более у нас 9... Ой. 9-дневный сезон. Так, 31, да? Очень медленно. Так, коровы. Я 5, наверное, увеличил, да? Мне нужна щетка для уборки. Блин, на официальном есть сайте Швабра. Может дождаться, потом ее скачать и швабру купить. Ну ладно, пока это не особо нужно. Нам сейчас нужно в первую очередь солому, чтобы пошел навоз. Траву. Пока не знаю, есть смысл косить, она на первой стадии роста. Может, на следующий день. Сейчас мы ждем, пока доедет тракторишка. Так. Магирус, можно, в принципе, продать какой-нибудь урожай? В принципе, я сейчас с ним все равно ничего толком сделать не могу. Оставить только зерновые. Блин, а производство семян у меня какое-нибудь есть? Есть. Блин, 67 косарей. Ну вы издеваетесь. Мойку, кстати, надо мойку поставить. Во. Ну, собака, ну зачем ты так делаешь, а? Ну, в принципе, я думаю, тут с грязью проблем не будет. Это же не красная звезда, где там грязь повсюду. Так, кузов я хочу поставить. Нет, не такой. Во. Не-не-не, а цвет кузова можно поменять? Ну, нет, что-то он как-то сливается вместе с этим. Да, давай. Это же не силосный кузов, я надеюсь. Ну, если не... Это если силосный, то... Блин. Бревна. Чем я делаю с бревнами? Продавать их нет смысла. Пшеницу не буду продавать, это не буду, это не буду. Канова, по-моему, у нас дорогая, да? Ой, сорян, сорян, подожди. Блин, я в ту сторону же точку не поставил. А-ля-ля-ля. А, ладно, да нет, надо сейчас прям поставить. Точки продажи. Я не вижу смысла их разбрасывать по карте, поэтому поставим их там же.
Блин, ну леса, в принципе, тут достаточно. Вот это вот что за место? Может, тут точки продажи как раз поставить? Место хорошее. Тут ведь где-то техника появилась. Давайте вот тут и поставим. Одну, скажем, вот тут. Другую. Надо... Да, блин, где-то там. Под наклоном где-нибудь поставим. Вот так вот, хоп. И след... Блин, вот она вот тут не в тему. Если только вот так вот ее поставить. Вот так. Оп. Ай, как же мне это бесит, когда вот все эти статичные объекты вокруг себя все гадят, блин. Вот коровник. Идеальный пример того, как это делать не надо. Зачем перекрашивать вокруг себя такую огромную площадь, я не знаю. Захочет игрок сам это все перекрасит, все переделает. Нет, надо засрать обязательно. Эх, блин. Клавиатура немножко длинная стала, поэтому я иногда не замечаю стрелки. Да, блин. Можно было травой, конечно. Да, что такое? Это чтоб тебе. Все, поехали пока. Посмотрим, что у нас по ценам на канолу. Блин, не особо отличается. Так. Вон, да, ХПП. ХПП это, по-моему, самая такая здоровая точка продажи. Проклятый дождь. Когда-нибудь кончится, нет? Блин, а зимой тут интересно, как классно будет. Чистить дороги особенно. Блин. Так, оно вот. А, вот, на приемном пункте. 1150, и цена падает, надо спешить. Кстати, тут тоже цена такая же. Если хоть на 1 евро упадет, сразу меняем. А, вот же еще дороже. Блин, что-то я вообще слепой. А, так это туда вообще. Ну ладно, пусть будут. Место хорошее, кстати, для этих точек продажи. Все, здравствуйте. Я привез вам первый урожай от предыдущего владельца. Не знаю, где этот владелец, только может быть здесь в доме лежит на чердаке. Все, забирайте. Я знаю, что мало денег дадут. Урожай в чистом виде продавать на ферме я уже давно потерял свою ценность, так сказать. Это когда только вышла ферма, да. 12 косарей, ну. А, кстати, точку. Сразу до магазина сделать или где-нибудь возле него. Вот возле банка поставим. Ай, блин, вся утолил. Отец. А у меня, наверное, автоприсоединение не работает, да? Вечно я путаю. Так. Магазин. С большим, да? А почему переименовать-то? Он сейчас переименует ту точку, да? А сброс? Как мне переименовать именно вот эту точку, текущую создать? Ну, сохранить. Ай, опять. Переименовать. Удалить. Блин, напишите, пожалуйста, в комментариях, как мне это сделать. Он мне предлагает ту точку удалить. Так, я уже забыл, как удалить, блин. То ли Shift, то ли Alt. Alt. Пожалуйста. Прошу вас, напишите, почему так, что я делаю не так, и как сделать, чтобы было так. Так, поедем, заберем один тюк. Чё это там корова застряла? В принципе, наверное, не обязательно было ставить широкие колеса, ну, мало ли будет он пробуксовывать. Ну, точнее, не пробуксовывать, а хреново вписываться в поворот. Блин, как мне нравится. Накручивает прям. Так, это у нас сено, по-моему, да? У меня два тюка. И тут солома сколько. Не-не-не, подожди. Опусти. И подцепи.
Так, что у нас по времени? На этой карте я не буду торопиться и не буду ничего делать за кадром. Вообще ничего. Магия. Нет, магия не произошла. Он, в принципе, и сейчас у меня неправильно стоит. Ну да ладно. Так, а солому-то где тут выдувать? Вот там, по-моему, солома, да? Классный коровник, слушай. Блин, превьюха получится классная. Давайте сделаем. Так, пауза. Шикарная превьюха. Мне нравится. Такое, как это называется-то? Чучело на этот, на стену. Так. Главное, случайно паузу не нажать. Алло, ты что стоишь тут? Они почему-то все замерли. Блин, я надеюсь, этот коровник не косячный. А чё такой въезд-то узкий? Я сюда не доеду же. А, они начинают двигаться. Надеюсь, я не пожалею о том, что поставил этот коровник. Ну, в принципе, мне насрать, двигаются они там или нет. Главное, чтобы они FPS не жрали. Ой, блин, там пустота осталась. Блин, какие тут заезды-то узкие. Это в каком стиле коровник сделан-то? Кстати, тут, по-моему, свет можно включить. Так, уважаемые коровки, расскажите, где вам тут солому кидать? Я что-то прям... Там, по-моему, триггер какой-то был. Вот. Здесь? Пустить? Нет. Наверное, да чтоб тебе внутри. Блин, ну если с этим коровником будут какие-то проблемы, ну в принципе то, что они ходят, мне пофиг как-то. Вот тут они что-то все замерли. Вот, наверное, вот здесь. Зачем вот эта местность, я не знаю. Возможно, тут говно надо будет собирать. Такие криповые коровы, блин. Такие ждут, чтобы напугать. Иди сюда. Где солома? Че, прямо здесь, что ли? Не, можно я подальше заеду? Здесь даже намека на триггер нету. Или, может быть, надо вот сюда заезжать? Хотя нет, как-то странно. Блин, ну такой классный коровник. Ну какие-то проблемы, что у него есть. По-моему, я даже специально... Уже нету, да? Давайте до конца доедем. Я немного не понимаю, что происходит. Если бы они так принимались, тюк бы у меня давно бы уже исчез. Мысли. Тюк же на 4 куба, а уже 3 куба успели забрать. Что я не понял. То есть мне не обязательно даже выдувать их тут использовать. Ладно, стой так. Блин, какой-то немного непонятный коровник. Ну не знаю, может в следующей серии мы его уберем тогда, раз такие проблемы. Так, это пока оставим здесь. Что у нас по времени, кстати? Уже 40 минут прошло. Ну блин, замечательно. Что ж, давайте заканчивать. Насчет коровника это я не знаю, но... В следующей серии решим, что с ним делать. В принципе, если что, замена есть. Возьмем опять гужевой прицеп, вытащим их оттуда. И поставим... Ну, вот эти, блин, они мне нравятся. Какие-то слишком простые, хоть и стоят дешево. 500, а тут сколько? 300.
Можно вообще открытый поставить на лето чисто, а потом к зиме поставить крутой какой-нибудь, типа вот германского, например. Да, давайте так и сделаем. Если в следующей серии будут какие-то еще проблемы с этим коровом, например, связанные с криповыми коровами, и вот то, что вот прямо вот здесь надо кидать. Кстати, да, у нас ведь еще такие тюки там есть. Так, у нас есть силос, сено, много соломы. Трава даже есть. Можно будет траву. О, да, все. За кадром я не знаю. Не, за кадром я ничего делать не буду. В общем, все. Первая серия у нас есть. Посмотрим, как будет дальше. Все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.